Всем привет, ребята, с вами Туз, мы продолжаем проходить The Binding of Isaac Перерождение. Значит, что мы сделали в прошлой серии? Я не помню, что мы сделали, мы зафейлили. Пробег, я пока не был у вас, значит, за кадром, прошел Азазелем Грин Мод и открыл нового персонажа, знаете, Лилиф. Это какая-то про матерь демонов, по-моему, насколько я читал про нее. Так, наверное, давайте сыграем на нее сейчас нормальный забег, попытаемся пройти. И потом пройдемся по челленджам. Я хочу пройти пару челленджей. Надеюсь, вам это будет интересно. Пройдемся по челленджам из нового чата, то есть из DLC-шки, не по старым. А ну и потом, если вы захотите, пойдемся и по старым. Ну давайте начнем. У нее даже написано рандомное количество жизней, может быть. Так, смотрите, она не может атаковать глазами, получается. Смотрите, за нее демон атакует. Так, это что за крест? Загробная жизнь. Анг. А, если мы погибнем, мы возродимся. Ну, она нормальное начало, надеюсь. Так, я не буду пока это делать. Окей, паучки, давайте. Блин, это немного неудобно, то, что за тебя стреляет какой-то маленький падл. Падла какая-то маленькая. Так, эти пауки взрываются, я забыл про это. Ай-яй-яй, аккуратнее, аккуратнее. Не нервничай, паук, пожалуйста. Взрывчатый, очень сильно опасный. Так, окей, ну пока все идет нормально, более-менее. Кстати, по силе у него две целых штучки. Довольно сильный этот чувачок маленький. Это иногда может быть удобно, например, смотрите, мы можем прятаться за урны, а сами, короче, демон за нас может стрелять в бок. Это иногда удобно. Ну, иногда нет. Но он как-то странно следует нам. Ладно, паучки, значит, оп. Сильные очень, реально. С двух выстрелов сносят паучков, это хорошо. Ой, сколько их тут много. Вот они меня сами бесявые враги, они так рандомно двигаются, что просто ужас они. Вот они могут сами вообще подскочить за секунду к тебе и ударить. Так, ладно, постараемся получать урон. Так, у меня сегодня прямые руки с утра вроде бы. Аж язык заплетается уже. Так, оп. Молодец. Так, ну это самая большая комната. Где еще один? Вот он. Так, ну ой, сундучок, отлично. Что там? Ой, под сколько ключей-то и монеток. Отлично. Так, в Green Mode, кстати, есть особый... типа вот в магазинах есть, знаете, как называется, забыл. Где деньги можно жертвовать? Магазину! Вот, и там же в гринмоде есть особый такой банкомат, который можно на гринмоде деньги жертвовать. И там открывается, наверное, что-то новое. Бляха-муха, меня уже второй раз ударили. Вот это самый трудный босс на первых уровнях. Кто его вообще придумал ставить начало самое? У него самонаводящиеся патроны, пауки, которые еще делают тоже самонаводящиеся патроны. Неудобно очень. Ай, давай. Воу, полегче, неадекватный босс реально просто палит во все подряд. Нормально, мы сейчас справимся с ним. Посмотрите, прикольно у него там, когда дохнут пауки, остаются эти. Ай! Сука, он какой-то уже силы ангела выпускает. Все трясет. Воу, полегче. Блин, меня бесит самонаводящиеся патроны, они все время попадают почти по мне. И пауки тоже мешают очень сильно. Он вроде бы больше двух пауков не может делать, да? Он, кстати, в жизни себя восстанавливает, по-моему, когда делает. Давай, чуть-чуть, пару выстрелов в него. Ай, попал еще один раз. Все, готов, отлично, пауки остались. Ну, да, они легкие. Давай. Не мешай. Ну, давайте уже. Все, спасибо. Ой, так, отлично, сыворотка. Что она? Скорость и скорость стрельбы. Пригодится очень, полезная вещь. Кстати, ужас уже снятся нашему параматери демонов. Как... Ладно, это просто бедово выглядит. Ой, горящий этаж, нам повезло. И секретная комната с двумя ключами. Давайте сразу откроем. Ух ты, сколько плюшек. Это что? Ретро-видение. Смотрите, все пиксельное стало. Это новая пилюлька, смотрите. Только я вообще ни хера теперь вижу. А, все, нормально. Солнце, исцеление и открытие мыра. Отлично. Мыр открыли. Кстати, супер... О, смотрите, новые жертвенные комнаты с дырками в полу. Открыли супер-секретку. Точнее, просто секретку. На уровень теперь ее можно взорвать. Там гребаный... Как вы так двигаетесь быстро? Вы что, охренели что совсем? Так, я вот не знаю, зайти в комнату вот этого вот демона и... Ну, то есть, комната испытаний. А, что такое пиксельное все стало? Ретро-видение началось опять. Оно что, временами не проходит, что ли? Зажали. Хреновое очень помещение с таким этим... Как сказать-то? С таким ландшафтом драться с такими противниками. Друзья до смерти. Смотрите, у нас теперь двойная атака. Отлично. Ах, все. Ой, смотрите, артефакт. Брелок выпал из бочки.
Ладно, тут вот секретка есть. Мы можем пробить секретки бесплатный вход в магазин. Бляха, муха, тупая пилюля. Я ничего не вижу. Ой, две кнопочки. Ладно, у нас есть что-то, шанс что-нибудь найти. Так, противники, ну ладно, ничего страшного, мухи. Не так и страшно. Хоть бы какой-нибудь артефакт, ну дайте мне что-нибудь. Ну охренеть, теперь две кнопки и два противника. Давайте сразу пройдем сюда, в магаз, может что купим. Бляха, муха еще этот взорвался. Паучки улезли из него. Так, что, вот это что такое 15 штук? Мне нравится, я хочу это купить. Это что-то необычное. Так, мне нужны деньги срочно. Чуваки, пожалуйста, давайте я вот по-быстрому убью, дайте мне денег. Ахахахаха, аккуратнее, аккуратнее. Так. Хоть бы деньги дали. Ать. Пилюлька, что она делает? Infested. Это что? Я не знаю, что это значит. Ладно, пофиг. Так, вот, отлично. Может из дерьма выпасть у нас несколько патронов. А, жизнь выпала. Я планирую тогда придется к боссу идти. Ну, то есть, не к боссу, а к комнате. С двумя боссами подряд. Там, возможно, денег дадут. Ну или есть шанс найти суперсекретку. Я не знаю, где она может быть. Давайте его сразу монстра завалим. Ой, он еще и с друзьями своими горящими. Ну что, мы их сольем. Кстати, тут мобы заметили, на горящем уровне есть особые горящие мобы. Они просто так, по-моему, внешне отличаются. Ничего особого в них нет. У нас вроде двойной выстрел, это хорошо. Быстро убиваем босса. Смотрите, какой-то няшный, когда прыгает в прыжке. Остановите, посмотрите. Такая лутка прикольная. Так, сносим тебя всем. Ладно, он самый легкий, по-моему, из боссов, который я вообще знаю. Это вот монстр. Так, все, готов. Дайте что-нибудь мощное, или денег дайте. Ну, блин, хп и лаки ап. Ну, теперь мы не сможем в комнату зайти. Хотя нет, сможем. У меня есть идея. Так, я не буду покупать этого чувака, хотя он вроде бы мощный, он дает мух бесплатных. Нет, все-таки жизнь лучше, чем мухи. Я так думаю. Так, давайте здесь попробуем взорвать. Может, здесь? Да, угадал с первого раза. Отлично. Ой, пилюль сколько. Так, отлично, дальность уменьшена. Плохой газ. Кстати, слушайте. Озвучка стала пилюль. Теперь озвучены все вообще эти. Ретро-вижн не буду эту херню жать. Отлично. Это что, вроде скорострельность или что-то типа того? По-моему, скорострельность, ничего выше стрелять. Ладно, теперь... Единственный путь это к нашему этому мини-боссу. Надеюсь, там будет 4 монетки. Так, ой, золотой. А, хрень какая-то. О, нет, эти дебилы. Ай! Они очень. Только не умери, пожалуйста, не умирай. Они меня бесят, они как-то непредсказуемо бегают. Эти вот боссы. Два. Ладно, кто следующий? Хоть бы. Кто это? Пин. А, ну ладно, пин. Слава богу. Но я уже думал, сильный тот. Так. Нормально, нормально. Пином можем валить. Так. Ну, он легкий, в принципе. Дайте нам какую-нибудь плюшку. Черт, не накопил 15 монет. Ну, так всегда не везет. Ну, ладно, ничего страшного. Пойдем в следующую карту. Давайте пару жизней сожрем, походу. В принципе, можно сейчас... Смотрите, у нас здесь одно сердце. И тут пол сердца. Нет, в жертвенник все-таки не буду идти. Можно было в жертвеннике немного... Потратить все жизни на обмен на сундучок. Но я что-то сомневаюсь, что это поможет вообще как-то. Так, это два чувака. Ну ладно, ничего страшного, убьем их сейчас. Смотрите, как удобно так-то. Эти призраки. Так, я не знаю, пока в жертвенную не пойду комнату. ХП мне дорогие. Надо хотя бы найти стерз... А, вот уже паук меня ударил. Гребаные пауки. Это еще их наплодит сейчас здесь кучу. Неправильный какой-то чувак. Надутый. Индюк надутый. Прям. Ой, нет, скелета, только не вы, а. Они кидают свои кости не прямо, а по симметрии как-то странно. Так, все отлично. Смотрите, сколько хп здесь много. Ой, нет, все дерьмо, это здесь. Ладно, мы его зажали, это хорошо. Так, а тебя тоже сольем сейчас. Один ключ всего, кстати. Либо магазин. Нет. Только что ситуация изменилась. У нас два ключа. Так, это что? Ой, отлично, у нас урон вырос. Как я понял, у меня хоть и повязки теперь нету, но мы не можем стрелять все равно. Видимо, эффекты все налаживаются на наших помощников. Так, смотрите, сколько сердец здесь много. В принципе, можно идти без страха уже в жертвенную комнату нашу.
Да, пойдемте туда. Прямо сейчас. Если сейчас 15 монеток накопится, я возьму, открою магаз, наверное, и куплю что-нибудь себе. Так, что здесь? Два сундука. В первом что? Отлично, пилюльки. 48 энергия и милая мушка. Отлично, две уже мухи. У нас какой-то, какой-никакой есть щит. Через мух. Теперь не каждый будет патрон проходить нам. И прошивать нас насквозь. Так, надо аптечку одну взять. Ой, спасибо. Так, пойдете вниз. Ой-ой-ой, это опасные чуваки. У них разброс большой. Видели, у меня попала монетка. Ой, монетка, говорю. Патрон в меня попал, но отразила меня этот мушка. Атака от меня. Ой, скелеты в таком обещании маленьком. Просто бегаем как можем. О, видели, видели, у меня кость попала, и мне ничего не нанеслось. Бляха-муха, у меня уже язык заплетается. Нужно что-то делать. Кофе надо выпить, наверное. Так, ой, сколько тут пауков сейчас будет. Быстро-быстро уничтожаем всех, кого можем. Я вижу артефактный сундук. Там может быть артефакт какой-нибудь, надо его уничтожить быстрее. Так, сейчас сольем всех этих непонятных чуваков. Они какие-то надувшиеся индюки вообще. Ой, паук вылез большой. Так, слышь, иди сюда. Не мешайся, пожалуйста. Все, спасибо, что помог, помер. Так, нужно как-то взорвать так, чтобы задеть все плюшки. Ну, вот так взорвем. Так, теперь вот сюда положим. Так, и теперь вот сюда. И что-то... Ой, отлично. Генератор мух синеньких. Отличная вещь. Так, у нас есть 12 монеток уже. Как я когда успел монетку взять. Ладно, у нас есть сундучок золотой. И много ключей. О! Это вроде бы во все стороны... Нет, лучше вот это взять. Ух ты, два сундука с артефактами, может быть. Ну или к плюшке. Ох, сколько плюшек-то клевых. Ой, монет сколько. Прям повезло, красава. Я даже не знаю, что сказать. Вроде бы забег хороший получится. Надеюсь. Так. Чуваки, эти сливаем их. У нас хорошо, что два помощника. У нас теперь двойной выстрел. Это вообще меня радует. Это не может не радовать, серьезно. Так, кто следующий там будет в этой лавине? Ой, только не эти плюющиеся чуваки. Очень меткие. Им крепкие. И летающие еще. Блин, я попасть по ним не могу. Вот. Отлично. А кто там после них-то идет? А, ну эти пиявки, в принципе, не сильно опасны. Они крепкие, ужас просто. Самые крепкие, наверное, на начальных уровнях враги. Так, что надо? Тут может... Ой, еще сундучок дали дополнительный. Три бомбы. Теперь можно еще и секретку поискать, в принципе. И им надо в магаз зайти, не забыть. Так, это что? Кстати, это новые враги, они что делают? А, они этих мух уплевывают. Это такие няшные уменьшенные версии этих герцогов мух. Так, надо их уничтожить сейчас, они наполнят здесь. Ау! Прям передо мной это что? Кстати, эти какие-то мухи непредсказуемые очень. Они как странно летают. Блин, мне надо хп пополнить сейчас перед боссом. Так, одного слили. Убивай его сначала. А, мухи, они крепче, чем остальные мухи. По-моему. Все, слили. Фу. Я не знал, что он настолько опасен. Я думал, они вообще так. Фу, фигня, думал. Но нет, не так-то было. Так, где может быть секретная комната? Может быть, возле вот крестообразного комнаты, вот коридор этот. Видите? Может быть, вот здесь? Да, угадал, отлично. Это обычная секретная комната. На уровне еще есть суперсекретная, она может быть вообще спрятана где-нибудь в самом таком секретном месте, хер догадаешься. Бомб слишком мало, я не буду столько тратить. Так, а где здесь хпшки? А, вот хпшка. Пойдете с магазина, кстати. Это... Pay to play. Заплати, чтобы поиграть. А, это землетрясение, я вспомнил. То есть платишь, тебе помогает божественная сила. Земельку потрясут тебе. Пурпити. Старость. Я не помню, что это. Она просто, по-моему, ничего не делает. Внешний эффект такой будет. Как будто мы постарели. Вроде бы про матерь, а почему-то Айзек стал. Видите, мы можем бить за монетки боссов. Это самый тупой босс, по-моему. Он так тупо ездит, прям неудобно. Вот, видите, он очень скользкий тип. Ай, хер попадешь. Еще и мух спаунит. Ну охренеть теперь. Неадекватный, а.
хер поймешь, что ты хочешь. О-о-о, полегче. Ну хоть он не метится два раза, как. Ой-ой-ой. Не обращать на меня внимания на мое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, напрягаюсь просто сильно. А ты во, езды, сука, неадекватный дрифтер. Хватит прыгать по карте. Ну, слава богу, завалил. Так, это что, дальность увеличена? Бесполезный артефакт почти. Ну ладно, погнали на следующий уровень. И сейчас в этот вроде бы более-менее идет все. Че ей снится? А, ну да, отталкивает ее мать. Плохая мать у них вообще, у Айзека особенно. Так, это... Ау, я жертвенную не заметил, я думал, это испытание, по-моему. А, и чё, я здесь просто пауков повалить захотел? За хпшку, что ли? Я такое счастье могу себе предоставить, если в комнату зайду обычно. Может, дадите что-нибудь? Ну, хоть ключик дали. Ну, в принципе, можно за это пострадать. Ой, только не вы. Только не вы. Не взрывайтесь со мной рядом, пожалуйста. Давай-давай-давай! Пока они в толпе, надо успевать взрывать их, чтобы они друг друга убили. Ай-яй-яй-яй, дырки как много, неудобно стрелять. Так, не стреляйте, не стреляйте. Так, все отлично, бомбу. Надо еще посмотреть, здесь секрет. Ой, четверная комната. Так. Это дерьмо неадекватное тоже. Ездит во все стороны. Да ладно, не барагось, чувак. Видишь, не рандомно летает просто на меня. Так, давайте какашки ломать. Из них предмет вылазит. Так, ну вот. Блин, этих мелких тоже надо убивать. Ать. Так. Воу, полегче, полегче. Что такое скоростной это слишком. Все. Поумерили твой пыл. Блин, фиг попадешь в них. Мог бы я сам стрелять. Это что, удача на твоей стороне, что ли? Ладно, оставлю, походу, удачу еще. Смотрите, у нас сразу монетка выпала. Как вы это взяли? Поставлю-ка себе туз. Ой, хорошо, что у меня бомба есть. Сейчас бы жертвовать здоровье пришлось. Это что у нас? Все статы повышены. Это вроде бы... Блин, не помню, то ли водолей или что-то типа того. Смотрите, у нас все повысилось. Скорость, урон, скорострельность. Так, а мы секретку прошарили. Магаз остался, но с денег... Ой, черное говно, что это? Темно стало. Они потерялись. Прикольно, это новые... Смотрите, новые какашки даже появились. Как бы это странно не звучало. Теперь новые какашки добавлю. Так, это вот эту надо взорвать. Все, отлично. Так, монеток пока мало. Давайте здесь сорвем, попробуем. Потом здесь сорвем. Вот, отлично, секреточку. Хорошо. Ой, смотрите, артефакт, что это? ХП ап. Черная роза. Смотрите, у нас еще и черное сердце появилось. Это тоже новый артефакт. Я не видел ни разу такой. Так, ать, аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Ать, поворачиваемся. Хоп, сердечечко. Не нужно. Так, опять эти пуканы какие-то вылазящиеся под земли. Так. Но они будут бесполезные. Герцоги гораздо опаснее. Мини-герцоги, они много спавнят этих мух. Эти вроде по одному заблазь. Ой, извиняюсь. Надеюсь, вы там живые. Зачем я это сорвал вообще? Так, скелеты. Отстаньте, пожалуйста. Ай, неудобные враги очень. Ау, попал, сволочь. Я этого не прощу тебе. Вам нужно здесь есть секретка. Ух ты, да, как мне везет-то сегодня. Ой, кош, нет, зачем? Ну ладно, у нас 10 жизней теперь. И одно хп. Печально, но у нас дохрена жизни, это хорошо. Каким-то. Ой, 4 ящика, смотрите-ка. А мне ключей не хватит. Возможно, из одного ящика должно выпасть другой ключ. О, голова критик. Отлично, все, ради этого уже стоило. Мы открыли новый артефакт. Ради этого уже стоило тратить ключ. У нас урон намного увеличен, не помню сколько. Но смотрите, какие у нас большие слезы стали. Вообще прям по четвертой, там, да. Одну десятую сносим от выстрела боссу. У нас большая скорострельность и большой урон. Это вот отлично вообще, просто прекрасно. Так, слесни. Так, следующий босс кто? Ой, только не ты, а. А, черт, он сложный очень. Для меня, по крайней мере. Так, куда ты прыгаешь? Эти глаза еще мешают. Ай, блин, не заметил глаз. Кош, фига. Все, два глаза уже мешают сильно. Он покраснел, по-моему. Или мне кажется. Давай, 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 чуть-чуть. Все, отлично. Не попортишь ты больше воздух здесь. Так, здесь одна жизнь всего, ничего нет.
Вот, ключ отличный выпал. И еще две бомбы. И еще бомбы и деньги. И The Star. Что она делает? К звездам. А, секретку показывает. Го за пилюлькой. Там что за пилюлька, я не знаю. Так, мы все секретки открыли, поэтому больше здесь не может никаких быть секреток. Черт, ключа не осталось. Возможно, сейчас выпадет магаз. Я бы мог зайти в него, посмотреть, там что есть. Че это? Паралич. Парализовал нашего героя главного. Валим боссу. Так, ой, пауков много слишком. Ай-яй-яй, аккуратнее, Айзек. Сильно не надо, не нервничай, Айзек. Ай-яй-яй-яй. Мух спасла меня, мух, спасибо, я тебя уложу прям. Говна тебе куплю поесть. Двойное активирование. Что? Это новая карта, ребят. Я, по-моему, не помню, такой было что-то. Такой не было. Ну-ка. И что сделалось? Земля потряслась. Ладно. Пожертвовать здоровьем ради денег? Нет, спасибо, я не хочу это делать. У меня так не хватит хп, чтобы оттуда выбраться живым. Так, эти чуваки, ну мы их сольем быстро. С нашим уроном-то. Все, пора к боссу. Ой, ключик. Пойдемте в магаз зайдем. Блин, так охота эти монетки. Магнит бы какой-нибудь. О, 1 плюс 1, нам повезло. Теперь будут все предметы выпадать вдвойном. Видишь, 1 плюс 1 forever. Теперь будет все предметы в двойном объеме выпадать там. Это вообще охренеть как хорошо. Мы сейчас разбогатеем вообще на предметы на любые. Да убейте вы его нафиг. Так, видите, две бомбы выпало. Ооо, это сложный чувак. Это новый босс, и он очень сложный. Это полиморф, по-моему. Улучшенная версия полиморфа. Где он? А вы можете защищать меня от выстрелов, чуваки? Ладно, он что-то уезжает куда-то далеко. Блин, уворачивается, он как сердце стреляет вообще много так. Есть он. Смотрите, какашки могут нас защищать и нас ранить тоже. Какашки могут, красные. И они восстанавливаются, кстати. Ой, как он далеко стреляет, у него радиус поражения вся карта полностью. Ну вылазь, сволочь. А еще у него язычки есть, да, я забыл сказать. Ну ладно, мы его завалили. Так, сок Джесуса, это урон и дальность. Смотрите, все сердца выпали в двойном объеме нам. Так, что дальше? Глубины, темные глубины, по-моему, переводится. Так, жертвенная комната, здесь ничего не надо. Ой, большое дерьмо. Он еще и мелких выкидывает. Ау-ау-ау, аккуратней. Так, еще мелкие вылепились. Еще мельче выпал из этих мелких. Круговорот дерьма в природе. Так, карта. Увеличивает двойне карты. Эти предметы, но у меня не было ключей. Потратил просто так. Ключей опять же нет, значит, может здесь быть секретка или здесь. Есть, отгадал. Это какая? Это обычная секретка. Ой, жадность здесь. Отлично, нам денег как раз нужно было. Ох, сколько денег. Двойные деньги, смотрите. Мы же богатеем. Мать смотрит за тобой, это помощь мать. Ой, и еще и секретку открыли халявно. Контроль... О, нет, смотрите, у нас контролируемые слезы и еще плюс стреляют наши помощники. Это, знаете, читерский способ открытия слез у этого персонажа. Хотя нет, это нихера не помогает, потому что очень трудно управлять двумя одновременно. Убей их, мать. Спасибо, мать. Ай, я не вижу из-за предметов вот этих слева. Давайте худ уберем. Это вот, смотрите, экстра худ, это вот эти предметы слева. Ой, что это? Контракт, хелп, помощь из откуда-то. Экстренный контакт, контракт какой-то. Может здесь быть секретка? Нету. Нужно жизни. Ой, темное дерьмо. Ой, убило меня, охренеть просто. Так, ну у нас здесь жизни еще. Давайте. Вау, прикольно. Прикольно, смотрите, помощь, типа, мамаша наша. Прикольно, мне нравится. Так, а вы. Ой, они исчезают. Блин, неудобную атаку взял я вообще. Ладно, в принципе, можно стрелять дальше этим чуваками. Смерть — это урон всем врагам здесь будет. Давайте здесь взорвем, может, что есть. А здесь? Есть, угадался. Супер секрет нашли, ребят, с вами. Давайте задонатим. Ой, всякие предсказания, они вообще бессмысленные просто. Ведь, смотрите, вот, например, видишь... Ой, что это? Блуп-блуп. А, смотрите, это прикольный артефакт, он рандомный, выдает слезы. Например, обычные вот сейчас. Вот пошли пульсирующие.
Вот, круговые пошли. Смотрите, с нашим что происходит, с большим. Ладно, дальше, дальше. Смотрите, они бессмысленные вообще. Следы за котом. Выплюнул глаз нам. Твоя принцесса в другом глазанке. Ладно, бессмысленно, давайте взорвем его. Это просто набор фраз, всяких цитат из игр разные. Некоторые. Некоторые просто бессмысленные, некоторые могут со смыслом быть, но что-то я сомневаюсь. Смотрите, наш лихорадит шарик управляемый. Наш, как... Так, где-то здесь должен быть магаз еще. Так, ну в таком случае можно просто стоять на месте и убивать врагов за этими, за укрытиями. О, что-то взорвалось. Вот, вот это удобно, кстати. Реально, просто... Так, сердечко дополнительное, это хорошо. Так, тут есть комната для... С помощью жертвоприношения. Давай, зайдем. Ой, артефакт какой-то. Хвост нашего кота. Проклят. Ой, мы открыли челлендж новый. И мы превратились в этого. В Гуппи нашего кота, кота Айзека. Теперь мы летаем, отлично просто. Гуппи превращаешься, когда ты собираешь три ингредиента от его, типа, составляющих. То есть мы собрали хвост, получается. Собрали что еще? Голову его собрали. А, нет, мы забрали его тело. И собрали что-то там, по-моему, еще. Так, смерть или... Два пла... А, два спасения для потерянного. Отлично, тоже полезно. Так, сейчас взорвется все. Что-то мы вообще бомб набрали кучу у нас прям. Завались их. Ой, ключей много стало. Отлично, что у нас тут? Что это за семь такое? Хаос. Теперь вообще какой-то капец творится на экране, я не понимаю. Ну, загадочная шоколадка, нет, спасибо. Давайте задонатим туда все деньги. То, что это какая глубина, это уже вторая? Нет, это первая. Ставим половину себе. Ой, стой, сердце взял. Нет, челлендж ап не нужен. Мне нужно блуп-блуп. Все-таки лучше рандомные эффекты, чем непонятная какая-то фигня. Так. Все отлично. О, у нас еще и вызванная комната. Можно подраться с мобами. Так, я сейчас не буду на большой шар свой обращать внимание. Буду стрелять своим подмощником. Так, руки мамы появились. Вот это опасно. Главное, чтобы они не попали по нам, она сейчас выкинет с уровня. И придется заново все проходить. Так, с комнаты почти выкинет. Ну ладно, мы что-то понабрали, денег куча. У нас теперь вообще дохерища денег просто. Пойдемте в последнюю комнату и к боссу пойдем уже. Так, давайте этого убьем вот так далеко, безопасно. У нас отличный урон, большая скорострельность. Это вообще удачный забег будет, по-моему. Только он долго продолжается, уже 25 минут. Надеюсь, вам не скучно, вы там не скучаете. Ладно, взорвем нахер банкомат. Он меня хочет обмануть. Не зря его лохотрон назвали. Правильно? Лохотрон, но есть лохотрон, поэтому пойдем. Так, а тут что у нас? Ой, сколько денег-то вообще, бабосиков прям завались. Реально, просто бабосиков куча. Так, тут карты еще. А, нет, тут не карты. Смерть я оставлю на босса, наверное. Так, давайте просто большим шаром убьем. Монстр второй версии. Так, смерть вызываем специально. Я буду вот так его убивать, просто поставлю... А, к слезу управляемую на нем. Все, легко. Так-то она очень помогает, слеза, это что? Скорость и уменьшен размер. И еще range down нам дали. Нахера не уменьшение радиуса? Скажите, поражение. Бессмысленно, пилюля. Так, мы уже дошли до... Что? Пуленепробиваемая юбка. Он боится пуленепробиваемых юбок. Ну ладно. Ой, игральная комната, как повезло нам. Ну давайте загамаемся. Поставим здесь слезу, чтобы убивало мух появляющихся. По-моему, нет смысла с ним играть вообще. Все равно ничего не выиграем что-то. Это, по-моему, затянется. Ну давай. А-а-а. Ой, да ну нахер, короче, тебя. Дальше в лохотром поиграем, он быстрее. Я тут, в принципе, могу зависнуть на весь день. Но вам не интересно будет. Смотрите, как я тут пытаюсь какую-то фигню выиграть. Поэтому все взорвем нахер. Ой, тут какая-то монетка. Расплющенная пенни. Давайте это возьмем. Это вроде денег дает побольше. Так, мы теперь можем в комнату боссами зайти. Что-то... Ой, счастливый камень тоже лучше, чем... Лучше, чем этот пенни, потому что... Мы открыли за катакомбы. За катакомбы, именно так читается правильно. Этот... Расплющенный пенни нам дает вроде бы...
не помню что, а вот счастливый камень, теперь мы при взрыве любого камня будем получать деньги. То есть мы вообще богатыми становимся. Так, эти новые тела, которые добавили, вбрасывают пауков из себя. Смотрите, вот мы взорвем, не знаю, черепа это действует. Да, видите, это тоже даже на черепа действует. Просто деньги халявные. Так. Пойдем в магаз сразу. А, это не магаз. Твое будущее сбалансировано написано. Это что? Сила это на босса. Вы можете... А, тоже. Справедливость. Это что? Помощь. Нет, это не будем... Ой, он нас сейчас убьет, наверное. Так, давайте в жертвенную. Нет, стоп. Как-то я много болтаю. Говорите все. Так. Нет, секретки. Придется заходить самому. Ой, она даже урон не наносит. Заметили, сколько вокруг у нас мух летает? О, еще счастливая мушка. Все, три мушки максимум. Мы теперь защищены полностью. Ну, кроме шипов, конечно. Так, кнопки надо нажать. Как их нажать-то? Там шипы вокруг. Все, я отключу шипы. Так, отлично. Так, здесь оставим бомбу, здесь оставим бомбу. Нет, нигде секретки. Печально. Так, давайте взорвем все. Ай, неудобно уворачиваться и управлять шариком одновременно. Все, уничтожили. Так. Открыли Кейна. А, да, мы выполнили условие собрать 55, по-моему, монет в одной игре. Можно, кстати, сейчас богатым стать, вот смотрите. Взорвем все камни. Все. Просто дохера. Можно максимум 99 собрать монет. По-моему, там тоже откроется что-то. Нужно попробовать. Так. Просто куча монет. Так, сейчас надо магаз найти последний, вроде бы. Дальше, по-моему, насколько я помню, магазов не будет. То есть секретки и магазы на уровне утроби вообще не появляются. Поэтому нужно здесь все сдать в магаз. Так, это пилюльки. Ну, давайте пожрем. Это, вот это можно. Это, по-моему, скорострельность. Это тоже бесполезное. Ой, это жизнь дала нам. Нет, ретро-ревижн не нужен. Так, теперь погнали нам, значит, куда? Так, летающие шарики. Окей, мы их слили всех. Вот здесь может быть секретка. Зачем я трачу эти... Ой, молочко жизни. Хэп-то... Хэп... Хелф-ап, по-моему, читается правильно. Мои English is very bad, конечно. Ну, ладно. На черт! Тест-2! Взрыв! Убило меня! Ой, сердце, ой, мать твою, происходит что-то не страшное очень. Так, стоп. Все, я не вижу свой голову. Где моя слеза управляемая? А, вон она наверху летает. Нет, ничего не дали мне за 99 этих монеток. Ладно, может быть вот здесь секреточка. Нету. Я вообще куда ушел-то, моя женщина? Может быть здесь? Нет. Мне бы магазин, я все там скуплю. Так, это босс, нам пока туда не пойдем. Вроде бы тут будет сейчас наша мама босс, поэтому мы не сможем выйти обратно. Вот так удобно. Вот, магазин, отлично. Так. Покупаем нашего друга. Кровоточащий друг. Так, муха, бомба тоже возьмем. Сейчас главное банкомат, чтобы не заел. Хоть бы все съел. Вон, ждем. И молимся, чтобы не было много... О, все, он заклинил. Жалко. Но мы почти все много туда слили, если считать так. Так, пойдемте прошарим последнюю комнату все-таки. Нужно это сделать. Полет это вообще прям... Если ты получил полет, у тебя уже 90%, что ты можешь выиграть забег этот. Ой, секретку нашел. Ну, тут деньги, в принципе, нахер они нужны. Так, что здесь у нас? Жертвенная комната. Ну, давайте взорвем что-нибудь. Карту найдем любую какую-нибудь. Вот, карта, отлично. Давай возьмем. А, это увеличивает ключи. 12 ключей у нас теперь. Ну, тоже пригодятся. Возможно, там будут какие-нибудь комнаты. По-моему, в сердце могут спавниться комнаты, которые два ключа требуют. А там может быть свой собственный магазин. Так, мамка наша. Ой, как она быстро сливается-то прям. Смотрите, какая мощная слеза. Так, отлично, это теперь блокирует дамаг, еще, по-моему, один не в лицо ли. Так, и теперь есть шанс собрать ключ. Смотрите, ангел взрывайте всегда. Что такое? Почему он не взрывается? Раньше же взорвался.
В общем, должен взорваться, из него вылазить босс-ангел. И когда его побеждаешь, ключ выпадает. Половинка ключа. Два ключа собираешь, и открывается супер-босс предыдущего дополнения. Это Rebirth просто там. Это был последний босс, супер-сатана, по-моему. Хотя это возможно из-за того, что я еще не прошел ад в этой забеге. 30 минут уже мы играем с вами, надеюсь, это не слишком много для вас. Пишите комментарии, не делитесь серии по пример по две, чтобы немного было просмотров. Или вылаживать такие большие серии вот, забеги вот эти. В будущем, мне кажется, будет еще больше забеги, когда мы будем доходить уже до сундука или до темного мира. Я еще не знаю, как в DLC добавили ли новые локации. Вот и деньги пригодились. Тут типа поршайки есть. Так, это увеличивает силу наших друзей. Смотрите, у нас теперь слезы еще больше стали. Так, давайте задонатим ему своей жизни. У нас все равно много сердец. Ты еще жрешь? Да, дай донатить синее сюда. Все, спасибо. Ой, нам еще и дух ночи подарили. Еще один полет нам подарили, в принципе. Нахер он нужен, у нас уже есть. Все-таки я пока не пойду к боссу, пройдусь по остальным комнатам. Может, что найду еще интересное. Да мне и хпшки нужны, в принципе. Так, вот хпшка одна. Секретки, по-моему, тут тоже есть. Так, мозги плывающие. Возможно, тут есть секретка. Нет. О, сердце. Еще один дом... попрошайка сердечный. Ну ладно, давайте ему сдонатим все синие сердца. Давайте пульсирующие слезы возьмем, что ли. Ну давай уже все мне с этого. Да ты охренел, что ли? Да идите нахер, понял, чувак? Ой, комната ангела. А можно взорвать этого чувака? Нет, он не взрывается, не хочет. По-моему, зря я столько жизни истратил. Бляха-муха, я же сейчас сдохнуть могу, что-то я перебрал, по-моему. Так, это уже опасно становится. Давайте позрываем, здесь должны быть жизни идти. Нужно найти еще секретку. Бляха-муха, извиняюсь за свой тупизм, ребят. Вообще не подумал. Надо было вафлю найти волшебную, которая уменьшает урон. Кстати, насчет, кто не знает, на этих уровнях в утробе вам уже наносится одно сердце вместо полтора. Пол. То есть, раньше во всех уровнях наносится пол сердца урона, теперь в одну. Дайте хпшки, пожалуйста. А найдешь ты то, что ищешь. Нашел. Спасибо. Ни хрена я не нашел. Где последняя падла? Вон она. Мне хпшки, серьезно. Ой, что это? Хоминг бомб с ходячей бомбы? Что? Заводные бомбы. Окей. Ой, это бомбермен. Ой, жизнь, спасибо. Все, отлично. Еще что-то. Охренеть, у нас просто бомб сейчас станет. Мы нашли нашейник Гуппи. Это еще одна часть нашего Гуппи. То есть от нашего кота. Из-за нее мы тоже могли превратиться в Гуппи, по-моему. Если собрать ее хвост и что-то еще от Гуппи. Блин, боссы здесь уже пошли. Что-то они какие-то легкие стали. Или это у нас урон такой сильный. Ладно, ничего страшного, мы... О, удача выросла. Это что, рейндж даун, нафига мне нужно. У нас уже куча урона. Мы сливаем боссов прям на раз-два. Хоть и хп мало у нас. Ладно, пойдем отсюда. Все, пойдем на босса уже. Нужно как-то повысить, либо сердце найти, либо хпшки повысить. Так, мы тут взорвали вообще этот тут. Надо еще вот это взорвать. Нет, ничего нету. Нет, не надо мне. Пульсирующие слезы дайте лучше. Так, вот. Давайте здесь взорвем вот, вот этим. А здесь вот этим. Просто в этих камнях, может быть, иногда всякие сердца попадаются. Ладно, кто здесь? Смерть. Ой, какая маленькая арена-то какая. Офигеть, мы просто его за секунду. Так, кусочек мяса, теперь у нас еще защита повыше. Кусочек-то он больше, чем сама, как называется-то, мушка. Мушка-то меньше защищает, чем кусок мяса. Что-то я много болтаю, ну ладно. Так, быстро-быстро. Ой-ой-ой-ой, опасно. Кстати, мы генерим мух, если кто не заметил. Наш, как бы, Гуппи, у него способность такая есть. Он генерирует мух, который убивает врагов. Синий отойдет. Опять же, бомба, лучше эту возьмем. Так. Ух, смотрите, новые враги. Это летающие вот эти вот рожи, только они уже убивающиеся. Прикольно. Их можно наконец-то убить. Раньше они бессмертные были. Только они не стреляли после смерти чем-то. Так, а здесь что у нас еще? По-моему, я правильно иду.
Выбирайте, я не помню, что это делает. Я нашел пилюли. Смотрите, мы в кота превратились. Уходим. Так, что здесь? Мозги, чуваки. Окей, завалили всех быстро. Так, пока не пойдем туда. Ищем, во-первых, секретку, во-вторых, нужно... Ай, ключ задонатил, лишний. Так, пойдем направо вот сюда. Может, еще найдем секретку какую-нибудь, типа. Там артефакт может быть. А здесь? Напомните, не касаться красного дерьма, оно сильно ранит. Так, вот, а жизнь нашли. Сердечко, точнее. Ай! Вот, сам себе напомнил и сам же попал с первым днем. Ладно, ничего страшного. У нас еще много сердец, целых 4. Так, это кишечник, он, по-моему, блокирует от чего-то. Но бесполезный на данной стадии. Просто какими громадными слезами такими стреляем, всех врагов сносим. Так, секрет нашли. Отлично, супер жадность. Ну нахрена она нужна нам? У нас так денег куча. Так у нас максимум денег. В смысле, не вижу. Какой-то белый чувак, смотрите. Че это такое? Какой-то крепкий очень, смотрите. Ой, с него святая сердечко выпало. Святая сердечко. Ай. Так, главное сейчас не получить дамаг, мы получим сердце дополнительное, иначе. Так, убиваем их. Ой, смотрите, нам повезло. Комната с двумя ключами. Там может быть банкомат какой-нибудь. И деньги потратить. О, попрошайка. Ну, давайте его все-таки поиграем с ним. Я паузу нажму, чтобы вам не мучить мозги. Раз, два, три. Ох ты, я обыграл его и выиграл самый главный приз. Дерьмо на голове. Да, они страшные такие странные. Но эта способность дает нам... Все мухи стают дружескими, короче. Все любые мухи. Но их уже нет на этом уровне, поэтому смысла я не вижу в этом. Только что был наш двойник, кто не понял. Он копировал все наши движения. Но так как мы не можем стрелять, он тоже не мог стрелять. И у него просто не осталось выбора, как сдохнуть от этого, от такого ужаса. Так, полиморф у нас, босс здесь. Окей. Вылазь, полиморф, я знаю, что ты там. Ну давай. Все, за несколько выстрелов хватило ему сдохнуть, что. Так, книга анархист, по-моему. Очень много бомб! Бомб! Бляха-муха попался на свою же ловушку. Ой, я дурак-то. Просрал сердце. Ну ладно, ничего страшного. Что ты сделал? Ладно. Идем к боссу. У нас сейчас... На, сердце мамы босс, да. Ну мы его сейчас сольем на раз-два вообще. Ай-яй-яй-яй-яй. Она сейчас неуязвима пока. Ну-ка вылазь, сволочь. Все, хана ей. Все, готово. Ну это было легко. Ой, мы сразу можем к сатане пойти. Но пойдем к сатане. Мы пойдем в ад, ребят, с вами. Можно взорвать его, кстати? Нет, нельзя. Ну, погнали в ад. Это дополнительный секретный уровень. Не знаю. Мы открыли Эдена. Так, ад. Ну ладно, пойдем направо. Тут вообще адская прям херня происходит. Враги вообще совершенно бешеные, мощные. Тут может по 3 босса в комнате попадаться, по 4, наверное. Но это еще не. Это еще малая часть. Еще есть супер по секретный уровень. Это сундук. Там вообще ад. Там на каждом этаже. Вот, смотри, 4 босса герцога мух. Там на каждом этаже вообще боссы там по 3, по 5 штук вообще. Там беспредел творится. Где еще один босс? Или он муху заспаунил? А, паук. Так, мы сердце получили. Смотрите-ка, сердечко появляется сверху, слева вверху. Что это значит, я не знаю. Так, вот, например, это же бошки от какого-то всадника, по-моему. Окей, чуваки. Ай, спокойно, чуваки, не нервничайте. Все нормально. Так, опять же, деньги хера не нужны нам вообще. Так, это чумные, чуваки. А, на это было легко. Мать смотрит за тобой. Убей его, пожалуйста, мать. Спасибо, мать. Так, у нас уже сатана сам, собственно. Это учебник, как прыгать. Теперь можем прыгать, смотрите. Но нахер нам прыгать, когда мы умеем летать. Правильно? Правильно. Но мы все равно будем прыгать. Это очень быстрый способ передвижения, смотрите, просто. Зацените. Фьюх. Ой, чё, красные призраки, новые враги. Ух ты, охренеть. Ни разу не видел. Так, ну, в принципе, можно посражаться здесь просто. По приколу. Два монстра. Ну, это легко будет. Так, кто еще? Кто следующий? Оу, Ларри младший, вы чё? Так, а кто следующий?
Пин. Ладно, все, Сейнс разобрались. Ой, мы получили артефактик. Бессмертный стыл друг. О, еще какой-то. А, что? Смотрите-ка. Вау. Что это? Меч? А, вот, разработчики писали, что добавили новый вид атаки. И мы нашли меч, короче. Он просто крутится вокруг нас. По-моему, мы наносим урон. Правильно? Да, мы деремся им. Прикольно вообще, мне нравится. Смотрите, у нас уже два вида атаки. Управляемая слеза и еще плюс этот меч вблизи. В принципе, мечом я могу драться, когда двигаюсь. Поэтому буду управлять слезой и двигаться мечом еще. Все, к нам хер кто подойдет вообще. Чувствую, мы сатану вообще завалим сейчас на раз-два. Так, это какие-то черты, но они на привязи, поэтому... Ой, оторвались, оторвались. Где они? Кто? Че, темно? Что-то темно стало. Фу, я испугался. Не... Ой, это же этот босс. Бесявый очень босс, он раздваивается. А потом еще палит своими лазерными лучами. Так, а что здесь? Два... Ой, там кто-то темный. Демон был какой-то. Так, ой, сколько мух появилось, смотрите. У нас уже рой с собой. Карманный рой. Здорово, чуваки. Мы уже просто сносим, заходимся в комнату. На секунду. Так, все. Так, а что здесь у нас? Ой, скелет. Да вы что здесь забыли-то вообще? Обычный самый. Ой, это какой-то неадекватный монстр палит во все стороны, даже не метится. Так, у нас еще две комнаты есть. Так, ой, мухи. Ну ладно, вы тут вообще бесполезные. Фу, блин, у меня перед экраном мушка летает. Так, окей, что это было, я не знаю. Мы можем мечом даже тушить эти костры. А, нет, не можем, спасибо. Я больше не буду так делать. Я понял. Прыгаем, 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 прыгаем. Так, все, погнали к боссу. А иди сюда, мега-сатана. Сейчас будет ад, ребят, вообще эпичный. Кто не видел? Кто видел-то, ему уже пофиг, он знает, что будет сейчас. Но кто не видел, будет эпично. Хотя вы, походу, ничего не поймете, потому что я его убью сейчас сразу же почти. Ай! Во-во, полегче. Слышь, копытоголовый, копыта на ноги. Все, мы завалили его. Вот это был удачный забег, ребят. Спасибо, что были со мной, смотрели все это. Давайте посмотрим концовку. Вот и все, ребята. Мы подкрыли артефакт, открыли Иуду. Давайте на этом закончим наш забег и нашу серию. В следующей серии мы начнем проходить челленджи. Пройдем там, наверное, две серии посвящу челленджам. То есть пройдем два челленджа. И вот, собственно, все. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки. Всем до встречи. Всем пока.